На этой неделе стало известно, от чего умер популярный актер Дмитрий Марьянов. Следователи выяснили, что в клинике, где артист провел последние дни жизни, его пичкали опасными препаратами. Сколько еще подобных сомнительных заведений работают под вывесками всевозможных лечебниц? Расследование Ивана Литомина. В комнате на 12 человек, пятеро пациентов. Все словно под воздействием каких-то препаратов. Где находятся остальные, непонятно. Говорят, в подвале есть несколько запертых помещений. Кто там? Вопрос. Вместе с представителем общественной организации «Трезвая Россия» мы пришли в один из подмосковных реабилитационных центров. Представились родственниками человека, страдающего алкоголизмом, и попросили провести экскурсию. Роль гида взял на себя штатный психолог-реабилитолог Роман Олегович. Памятка для родственников, да, чем мы здесь занимаемся. По словам психолога, для полного исцеления необходимо минимум 3 месяца. Стоимость каждого 60 тысяч рублей. Но гарантии никто не дает. Желание самого клиента не учитывается. Он, как правило, против. У нас есть группа сопровождения, которая может выехать за него, привезти его. В пределах Московской области 15 тысяч рублей это стоит. 15 тысяч? Да, за ним приедет в любое место, где вы скажете имя. Ну, в любом состоянии его могут. В любом состоянии, да. Очищение организма от алкоголя, детоксикацию, по словам психолога, пациентам проводят прямо на месте. Препараты назначает некий нарколог-партнер. У самого центра нет лицензии на оказание медицинских услуг. Радушие и искренность психолога пропадают после того, как на крыльце коттеджа реабилитации появляется оператор с профессиональной видеокамерой. Что там за рецепт? Вызываем полицию в сомнительный центр. Экипаж ППС появляется почти через 2 часа. Старший лейтенант в сопровождении 2 работников центра заходит в здание. Пробыв там около 30 минут, полицейский вновь появляется на крыльце. Рядом тот самый психолог Роман Олегович. Он явно доволен переговорами с сотрудником МВД. Офицер, похоже, тоже считает миссию выполненной. А вам не кажется, что вы должны заявление вот с гражданина взять, который вас вызвал? Господа полицейские, вас вызвал гражданин. Я предлагал данному гражданину пройти в машину, написать заявление. Мне неудобно писать вот на улице. Товарищ старший лейтенант всячески пытается спрятаться от камеры, но затем все-таки принимает заявление, а после садится в патрульную машину и уезжает. Еще один так называемый центр социальной реабилитации находится буквально по соседству. Высокие заборы, наверху нет разве что колючей проволоки. Решетки на окнах. Сейчас мы попробуем пройти туда и пообщаться с его сотрудниками. Увидев камеру, в окнах появляются пациенты. В руках одного из них тетрадный лист с просьбой о помощи. Через двойной стеклопакет слышны крики. Калитка не заперта. Заходим на территорию. В одном из окон напуганная пациентка. А кто тебя сюда отправил? Родители. Родители? Интервью прерывает сотрудник центра. Он спешно закрывает жалюзи. Разговаривать с посторонним здешним обитателем строго запрещено. Уже после нам удалось выяснить, что оба коттеджа реабилитации так или иначе связаны с фондом «Центр здоровой молодежи». К нему же относился и скандально известный подмосковный «Феникс». Тот самый, где провел последние дни своей жизни популярный актер Дмитрий Марьянов. На этой неделе в Следственном комитете озвучили результаты проверки. Сотрудники «Феникса» кололи Марьянову феназепам – сильнодействующий нейролептик. Появились основания для возбуждения уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс». Она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно незаконном оказании медицинских услуг, не имея на то лицензии и законных оснований. В сочетании с алкоголем феназепам может привести к остановке сердца. Сотрудники «Феникса» наверняка знали об этом, а потому, считают следователи, сразу после смерти Марьянова приехали в подмосковный коттедж и уничтожили все ампулы с сильнодействующим препаратом. Следы феназепама эксперты обнаружили в крови актера. Но даже после громких обвинений директор центра Оксана Богданова так и не призналась в том, что артисту оказывали неквалифицированную медицинскую помощь. Когда я прихожу в булочную, я продавцу не рассказываю, что мне еще, вот вы знаете, нужно набор для шитья купить. Это не мой профиль, я не медицинская организация. Оксана Богданова с трудом формулирует мысли. Если верить экспертам, избавление от зависимости далеко не самая главная цель подобных реабилитационных центров. Их основная задача – сделать деньги на своих пациентах. Огромной махиной под названием «Центр здоровой молодежи» заведует некто Никита Лушников. На этих снимках он с известными актерами, политиками. Несколько лет назад вместе с Лушниковым идеи фонда продвигал титулованный боксер Николай Валуев, пока не узнал, как на самом деле проходит реабилитация. При вскрытии, скажем так, той лжи,
которую я сумел увидеть чисто документально, чисто фактологически, я ему сказал, что нам вместе не работать, понимаете? И меня это очень тревожит. На самом деле это такая мягкая сила. Очень часто в подобной сфере замечены и замечаются и заметна деятельность различных деструктивных культов, сект. Не бей! Это не мое! Эти кадры сняты в одном из филиалов Центра здоровой молодежи. Подобных клиник в стране не меньше 500. Число их пациентов превышает 10 тысяч человек. Прибыль исчисляется сотнями миллионов. Эксперты полагают, что денежный поток контролируют теневые структуры, доходы выводят в офшоры. Сегодня социальная реабилитация наркоманов и алкоголиков на 70% занимаются шарлатаны, внутри которых есть и сектанты, в том числе, и просто мошенники. Поэтому, конечно же, эта ситуация требует более принципиального внимания. По официальной статистике, в российских больницах для лечения нарко- и алкозависимых людей предусмотрено всего 5000 мест, тогда как в частных почти в 10 раз больше. Проблема не то чтобы назрела, а перезрела. И мы часто обращаемся и к государству, и к профильным ведомствам, чтобы наконец-то единые требования, стандарты в этой сфере были созданы, в которых были бы прописаны требования к специалистам конкретно, опыт работы, образование. Расследование по факту смерти Дмитрия Марьянова только началось. В уголовном деле пока одна подозреваемая, директор «Феникса» Оксана Богданова. Но не исключено, что скоро под следствием окажутся и другие фигуранты этой масштабной реабилитационной пирамиды. Иван Литомин, Сергей Евдокимов и Андрей Семенов. Вести. Дежурная часть.